Всем доброго времени суток, мои многоуважаемые зрители, с вами Бодя, и это StarToons, школьные истории, кто похитил Влада А4, 11 серия. Короче, сразу ставлю лайк, пишите комментарии, включайте уведомления, а мы погнали. Так, окей. Помогите! Был пацан и нет пацана! Мать моя женщина, в смысле его клоун похитил или чё? Окей, давай, Кобяков, до встречи. Ну давай. Да не... Если что, это развлекательный ролик, и все персонажи вымышлены. Прогуляю я сегодня, не бойся. Блин, прогулять что ли? Совсем настроения нет. Но я обещал больше не прогуливать. Вот бы что-то подняло мне настроение. Ну вот сейчас клоун как раз вылезет и поднимет тебе настроение, братан. О, вот оно! Вот оно, да-да-да! Хорошо. Так. Интересно, а здесь у нас что? Наверное, что-то интересное. Клоун там, клоун. Ох, господи. Эй, пс, малыш, хочешь фокус? Я сертифицированный клоун. О, ну раз... Господи, помилуй, а вот это очень стрёмно. Ну, типа, его озвучили хорошо. Сертифицированный... Короче, хочу фокус. Он точно поднимет мне настроение. Конечно, поднимет, малышок! Ха-ха-ха-ха! Подойди поближе, чтобы рассмотреть. Фокус называется «Был пацан и нет пацана». Нет! Господи, помилуй. По натуре «Был пацан и нет пацана». А это кто? А, ну ладно, ладно. Это рекламка. Я думаю, то, что ее я промотаю. Вот так вот. А другие будут думать, что Влад прогуливает. Так, скоро уже урок начнется, а Владоса все нет. Да, кстати, прогульщик. Кобяков, он тебе ничего не говорил? Он мне звонил перед выходом. Мы с ним утром договаривались у школы встретиться перед уроками. Но он не пришел. Что-то фигня какая-то. Неужели реально опять прогулять решил, засранец? Нет. Засранец. Владик после того раза, как попал в тюрьму... Точно, решил больше не прогуливать. Так. Тогда я не понимаю. Он что, просто испарился по пути? А вдруг Владика похитили? Какого черта? Что происходит? Мне страшно. Спокойно. Мамочки, это что-то... Парни, включайте фонарики на телефонах. Кто это сделал? Кобяков, ты? Да нет. В смысле? Каким образом? Кобяков до такого не додумается, не надо. Парни, смотрите. Опаньки. Все-таки его похитили. Его в натуре похитили, братан. Я же говорил. О нет, надо идти в полицию. Погоди, тут на обратной стороне что-то написано. Не идите в полицию, иначе я защекочу вашего друга до смерти. Это очень плохо. Нам нельзя идти в полицию. И что тогда делать? Пацаны, тут какая-то мистика происходит. Влад просто взял и исчез. Потом вот эти фокусы со светом. Как мы с этим справимся? Мистика, говоришь? Тогда нам надо обратиться к главному специалисту по мистическим расследованиям. Дима Масленников. Да, да, я так и думал. Хорошо. Нам сюда. Погодите, пока мы не вошли. Ребят, у нас есть мечта. Набрать до конца года 1 миллион подписчиков. Слушай, StarToons, я думаю, то, что вы это сделаете спокойно. Ну, типа, я надеюсь на то, что люди как можно скорее будут на вас подписываться. Ребят, ссылочка на оригинальное видео в описании, потому что... Ну, блин, анимации по 12 минут идут. Вы представьте, как это трудно сделать? В нашем канале... Так они еще и анимации почти каждую неделю выкладывают. Это же жесть. В канале StarToons. Поможете нам? Вам всего лишь надо нажать на кнопку подписаться. Да, да, и лайк с комментом не забудьте, чтобы поддержать ролик. Ну все, молодцы, пошли. Молодцы, молодцы, StarToons, молодцы. Уже. Хочу поскорее увидеть великого детектива.
Это агентство Гостбустера. Все верно. Присаживайтесь, детишки. О, Дима Масленников в своем репертуаре. Не, ну пацаны, удобно тебе? Ну так не садятся. Ничего так. Рассказывайте, какая тайна вас беспокоит? Наш друг пропал по дороге в школу, и мы думаем, что здесь завязана какая-то мистика. Я в деле. Вот так сразу? Где мистика, там Дима Масленников. Где Дима Масленников, там мистика. Ого. Ну, в принципе, да. Вон оно как. Даже не знаю, нужно спешить. Говорите, пропал по дороге в школу. Тогда идем к его дому. По дороге расскажете подробности. Да, мы типа уже все подробности рассказали. Что ж, тогда пойдем молча. Вот здесь живет Владос. Итак, он позвонил вам, что выходит из дома. И после этого от него не было новостей. Там что написано? Блин, маленький шрифт. Ага. Тогда нам надо проследовать по пути, которым ваш... Владос 20. Друг обычно ходит до школы. Кобяков, веди. Так. Ого! К нам что, цирк приехал? Тебе, Милохин, только в цирке и выступать. Только не это. Что не так с цирком? Я слышал легенды о злом клоуне, который похищает детей. Не думал, что это может оказаться правдой. О нет, клоун похитил Владика и защекочет его до смерти. Идем скорее, отыщем его по горячим следам. Так. Не, ну а чё? Смотрите, может это Влад уронил? Кстати говоря, да, это мороженое его. Фу. А телефон где? А, телефон уже сперли, я понял. Сливочное. О, это же как раз такое, какое Владик любит. Да. И все остальные в мире. Сюда давай залетайте. Вот так, правильно. Вон, фигурки Влада А4 клоуна. Дневник злодейских планов Алишера. Чёрт. Кажется, мы в тупике. Ого. Точно нет больше никаких деталей похищения? Может, клоун оставил какие-то подсказки? Есть фото Влада. Типа, просто его фотка? Нет. Клоун нам оставил фотографии со связанным Владосом. Да что ж вы молчали? Показывайте. Вот. Надо искать этот склад. X минус Y равняется, да. Не, нет никаких догадок. Погодите-ка, парни, смотрите. Это же ведро нашего уборщика. Влада заперли в кладовке в нашей школе, а мы его ищем по всему городу. Бежим скорее. Пацаны умнее, чем Масленников, я не могу просто. Просто. Милохин, беги! Чувак, какого фига? Ну ладно. Так, ищем кладовку. Пацаны, мне это, отлить надо. Я вас догоню. Давай только резче. Зря ты отлить пошел, чувак. Моё чутьё подсказывает... Интересно, чё ж будет? ...показывает мне, что мы близко. Да ладно. Владос, мы тебя нашли. Вот он, вот он. Да не бойся, ща мы тебя развяжем. Вот. Грёбаный клоун. Ты попались. Наконец-то. Опа-на! Мужик, моих друзей не видел? Нет. А тут в кладовке не они случайно? Нет. Ну, я проверю, лады? Братан, только смотри, что тебя не заперли. Глент, ты спас нас!
Получается, все-таки они там. Да. Вот и спета твоя клоунская песенка. А вот и нет. Я еще вернусь, когда вы будете меньше всего ждать. Моя месть будет неожиданной и резкой, как понос. Где-то я... Погоди, это же Моргенштерн, я вижу у него 3 шестерки. Уже слышал эту фразу. Ладно, шестиклашки, в этот раз вам фартануло. Но не думайте, что все закончено. Это когда его выгнали. Моя месть будет неожиданной и резкой, как понос. Погодите-ка, посмотрите на его тату. Что? Какое тату? Алишер, это ты, что ли? Нет, я не Алишер. Да все, дубина, спалился ты. Да чтоб вас! Мелкие, вонючие, подлые, мерзкие малолетки! Да это же ты сделал, а не они. Я вам отомщу! А ну кыш, пока не наваляли. Я вернусь! Да сдрисни уже! Что ж, сдрисни уже. Работа мистического детектива Димы Масленникова здесь закончена. Спасибо тебе, что помог спасти нашего друга. Без тебя бы мы не справились. Не, молодец, Тартунс, молодец. Если что, вы знаете, где меня найти. Да, мы знаем, братан, мы знаем. Офигеть, он крут. Может, уже развяжем Владика? Надо бы. Ребят, спасибо, что спасли меня. Жесть, какие вы детективы оказались. Я уж думал, мне конец. Мы всегда тебя выручим, братан. Мистический детектив Дима Масленников? Что-то случилось? Парни, я тут обдумал произошедшее. И понял, что здесь что-то не сходится. В смысле? Я знаю много легенд о страшном клоуне. Я же мистический детектив. Согласно сказаниям, клоун существует уже много столетий. А тут им вдруг оказался какой-то школьник. Что-то не сходится. Да ладно, главное, что мы его остановили и спасли Влада. А там уже пофиг на детали. Да, наверное. Интересно. О, сейчас что-то будет. Вот это встреча! О, нет! Жалкий имитатор, ты пытался быть как я? Ты скопировал мой образ, ты даже почти скопировал мой голос. Но тебе никогда не скопировать мое безумие! Запомни навсегда! Блин, это стрёмно! Эти стишки мои! Твою жизнь! Блин, я бы обосрался лично. Слава богу, я сейчас этого не сделал. Блин, ну прикольно вообще-то. Да нет, как всегда, забавно получилось и не знаю даже, что добавить здесь. Молодцы, молодцы, молодцы. Стартунс, красавчики. Короче, ребята, пишите в комментариях, как вам ролик. Ссылочка на оригинальное видео в описании. Вот, с вами был Боди. Спасибо всем огромное, большущее за просмотр. Не знаю даже, что добавить еще, потому что ролик хороший получился. И, как говорится, всем пока!